Новое судно немецкой неправительственной организации CI спущено на воду. Оно покинуло верфи Ростока и направилось к Испании. Через несколько дней экипаж приступит к проведению операции по спасению мигрантов, которые на свой страх и риск пытаются переплыть в Средиземное море и попасть на континент. CI-4 – корабль постройки 1972 года. Его реконструкция заняла всего 6 месяцев. В проекте, по большей части финансируемом немецкой протестантской церковью, были задействованы ряд благотворительных организаций и около 250 добровольцев. На борту предусмотрены необходимые медсредства для лечения от коронавируса. По данным ООН, с начала года при попытке пересечь Средиземное море погибли 292 мигранта.